Глава Кайкенского района получил условный срок. Суд приговорил Магомедэмина Гаджиева к 4 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Ему будет также запрещено в течение 2 лет занимать государственные и муниципальные должности. Напомним, Гаджиев был осужден за то, что в 2017 году незаконно выделил селу Усимкент земельный участок площадью 25 тысяч квадратных метров, находящийся в республиканской собственности. Ущерб следствие оценило более чем 36 миллионов рублей. Магомедэмин Гаджиев был отстранен от занимаемой должности в ноябре прошлого года. При этом суд назначил ему ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума.